Во дворце спорта имени Гамида Гамидова на протяжении 2 дней проходил открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей. Более 200 участников в 10 весовых категориях боролись на призы олимпийского чемпиона Мурада Умаханова. В официальной части открытия турнира приняли участие глава города Зайнуддин Акмазов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Мурад Умаханов и начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов, заместитель главы администрации, а также руководители городских управлений организации ведомств. Открывая соревнования, Зайнуддин Акмазов поприветствовал участников и зрителей турнира, пожелал честной борьбы и достойной победы. Я желаю вам, участники турнира, и победить, и получить призовые места. Даже если вы ничего не получите, значит, одно участие на таком турнире престижном – это большая честь для каждого участника. Я уверен, что настоящий турнир станет дальнейшим стимулом для спортсменов, послужит развитию спорта вообще, и в частности в вольной борьбе, и в городе, и в нашей стране. Желаю удачи всем участникам, гостям, приятного пребывания в городе. Участниками республиканского турнира стали 20 команд с различных городов Дагестана и республик, входящих в состав Северокавказского федерального округа. В качестве почетных гостей турнир посетили двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Маулет Батыров, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Багаудин Умаханов. Вольная борьба на протяжении многих лет находится на высоком уровне подготовки участников и востребована среди молодежи. Чаще, да, вот проводить такие турниры, которые будут побуждать детей заниматься спортом. И так как сегодня очень развито на улицах всякие наркомании, всякие таблетки, всякие ненужные грязные вещи, чтобы детей уберечь от всего этого грязи, лучше проводить время на ковре, вести воспитательный процесс. Начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов поблагодарил всех присутствующих, которые помогали в организации проведения соревнования. Также выразил благодарность всем представителям команд, которые приняли участие на данном турнире, подметив, что эти соревнования останутся ярким событием в спортивной карьере вольников. Поэтому цель наших соревнований, цель наших вот этих мероприятий, первого республиканского турнира является спорт, дружба между всеми, и чтобы Хасаюк оставался самым дружным и спортивным городом республики и России. Хасавюрт – это кузница чемпионов. Данное утверждение закрепилось за городом совсем не случайно. Планку, которую задали хасавюртовские борцы – поколение золотых побед. Нужно не только поддерживать, но и приумножать, отметили организаторы турнира. По итогам турнира 4 золотых медали завоевали представители спортивно-детско-юношеской школы Олимпийского резерва имени Маулета Батырова, 2 золотые – у вольников спортивной школы Ирбайханова и Северной Осетии. Бронзу удалось завоевать участникам спортивной школы имени Шамиля Умаханова, «Спартак» и представителям соседней Чеченской республики. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».